И как обычно, по пятницам мы вновь идем устанавливать нашу безопасную книжную полку. В этот раз местом установки мы выбрали, как ни странно, плавательный бассейн «Дельфин». Ну, а выбрали мы это место потому, что здесь всегда собирается очень много народа, и дети и взрослые приходят поплавать в бассейне. Ну, а после хорошей физической нагрузки можно расслабиться с книжкой в руках. А еще здесь работает достаточное количество персонала, который, выручив свободную минутку, тоже не прочь полистать наши интересные книжки. Наши посетители, наши учащиеся спортивной школы будут гармонично развиты, если не только будут физически активны, но еще и на интеллектуальном уровне будут хорошо подкованы. Сегодня здесь мы собрали разнообразную литературу. Это и романы, и детективы, которые, скорее всего, придутся по вкусу взрослым, а также классика и разнообразные приключения, которые должны понравиться детям. А еще мы решили проверить, пользуются ли спросом наши книжки на тех полках, которые мы устанавливали раньше. И прямо сейчас мы отправляемся в торговый комплекс «Модный». И вот наша полка, круговорот книг, как мы видим, здесь идет полным ходом. Читатели разобрали практически все наши книги и оставили здесь довольно-таки много своих. Ну а мы решили дополнить полочку еще несколькими книгами. Ну а здесь, в городском дворце культуры, полку мы устанавливали неделю назад. И сейчас, как вы видите, она полностью пустая. И это очень радует. И сегодня мы принесли сюда новые книжки. Поэтому берите их, читайте и приносите свои. Татьяна Свинаренко, Сергей Доровских. Новости ОТН.